Холод дал задание найти артефакт кристалл, и я полез за ним на Припять, хотя это не особо хорошая идея, потому что здесь у нас аномалия Искрящий Закуток, энергетик, тут навряд ли это будет. Насколько я помню, кристалл рождается в огненных аномалиях, но можно будет залезть в соковыжималку и в авангард в крутые аномалии. Если не найдем, то в вулкан, собственно, в Восточную Припять направимся. И здесь у нас еще есть тайник за задание, который хочется достать. Вот. Так что, по сути, мы на вольных хлебах. Начнем с тайника. Разрушенный дом. Тут сильно фонит. Сейчас Василь Ковбаса надел пузырь. И аккуратно надо в этот дом залезть. Опа. Атмосферная серия сегодня будет. О, неплохо. Ракета, две калибровки и набор инструментов для починки в полевых условиях. Что, с чего начнем? Начнем, наверное, с переулка. Надо набор использовать. Винторез пробитый. Патронов много не брал с собой, потому что и так рейд такой более рыбаческий на артефакты. Вот. Ну, посмотрим, что Припять преподнесет. По дороге сюда много кого не встретил. Один одиночка был на радаре, отстреливался от контролера и от собак. Пси-собака впереди. Готово. Тут огонь горит тоже. Давай-ка сюда хвосты. И Леня Босяк из Свободы. Вот это кино. Сталкер застрелил пси-собаку. Значит, тут свободовец еще присутствует. Ладно, первая аномалия. Залазим потихоньку. Выброса не было. Вот это проблема. Тут электры у нас. Ничего нету, судя по всему. По-моему, там проходить нельзя дальше. Да, там потому что все в этом аномальном поле. Давайте мы обойдем все-таки. Аккуратно через Припять. Монолитовцы могут быть. Более того, они тут точно будут. Перебежка у нас за киоск и атмосферный поход начинается. Никого пока что не вижу. Следующая аномалия впереди, это энергетик, собственно. Ух ты, господи, слышишь, меня так напугал Снорк капитально. Какой-то бывший военный был, потому что в цвета хаки у него форма. Неожиданно напал. Иду по Припяти. Впереди детский садик, ВСЛ-ка. Можно, кстати, сходить в этот, в переход подземный по классике, только чтобы он не был весь в аномальном. Тут все в аномальном поле. Энергетик, однако, впереди. Давай тут чекнем. А тут я даже не пройду, наверное. Столько аномалий. Памятники там есть. А сюда залезем действительно в энергетик. Никого нету. Очень одиноко, и это еще больше атмосферы добавляет, потому что ты не знаешь, кто выскочит на тебя из-за угла. А тут присядем, да колбаса последняя. Плохо дело, придется мутантов жрать, наверное. Пальба какая-то происходит, плоть затянула в карусель или в трамплин, я их путаю постоянно. Надо понять, кто стрелял. Свободовец стрелял, судя по всему. Надо этого свободовца найти. О, по мне стреляют. Интересно. Да ты что не говоришь, враг монолита. Лежишь там тихо и не выпендриваешься. Перезарядимся, сохранимся. Совершим. Надо чекать тут снайперов, правда. Надо снять, наверное. Не, заживление здоровья пусть будет. Снимем. Пусть пузырь поработает все-таки. Тут серьезно все. Так, ну монолитовцы, у них тут база, кстати. Это Тушкан. На него пулю тратить себе дороже. Он же потом сыграет за нас. На базу монолитовскую не хочется лезть. Энергетик надо проверить, и вот этих монолитовцев надо чекнуть. Они прямо в аномалии были, посмотрите, ничего не боятся. Прямо в аномалии. Да, тут не зайду еще к ним. Она меня засосет сейчас и разорвет. Пытаюсь выпрыгнуть. Ну и монолитовца, от него еще кое-что осталось. Не, надо валить отсюда. По-моему, меня кто-то засек. Тут еще электрические аномалии. Тут просто все в аномалиях. Так. Но вот артефактами не пахнет. Там, чтобы меня не обстреляли. Там, где болтик летит, то там можно проходить. Оп. По старым чертежам работаем, потому что детектор не самый крутой.
Аккуратно обхожу. Нет, тут ничего нету. По мутантам тоже все чисто. Снайперов не наблюдаю. Ну, вхожу на вражескую территорию. Впереди колесо обозрения. А-ха-ха-ха, лежишь тут, да? Камуняку на геляку, чуешь? Сейчас шутить не надо. Впереди кто-то там противник. Мелькнул. Мелькнул, потому что прицел красным повело. Ну, давайте все-таки зайдем, постреляем тут. Внимание, противник! Говорит Германия. Не попал по нему. Не вижу его. Неубиваемый просто монолитовец. Ну и все, я нашумел. Гранат у меня нету, к сожалению. Теперь отсюда я смогу выйти-то, а? Не можешь запрыгнуть? Это не входит в наши планы. Придется, значит, сюда запрыгивать. Монолитовца чекнем. Это разведчик только был. Однако у разведчика хроника уже отличная подготовка. Судя по экипировке его. Давайте тут перебежим. Тут никого. 1917-1986. Здесь может быть очень опасно. Но мне надо прорваться к соковыжималке. О, это основной заход. Давайте здесь еще чекнем. Кто-то общается. Значит, тут кто-то присутствует. Сталкер Василь Ковбаса очень нагло врывается на вражескую территорию монолитовскую. Да, АКС-74 кто-то нашел. Здесь из них. Они тут могут тусоваться в больших количествах. Прорываюсь к колесу обозрения, около которого электро. Ох, ничего себе, я еле выжил. Слушайте, на каждом шагу. Просто аномалия. Но я проскочил, судя по всему, монолитовский блокпост. Только один разведчик был. Теперь должно быть попроще. Опять псевдособака. Слушайте, можно не стрелять тут. Я сейчас шума подниму, пси-собака. Шума подниму, и монолитовцы на меня все как на сбегаются. Это иллюзия. Это не страшно. Вот основная собака, она готова. И дополнительная собака тоже готова. Сейчас мы около грузовика тут закрепимся. С калашниковым собаку лутанем, сохранимся. Мало людей все равно, хорошо. Будет аккуратно сыграть у патрона, у меня не заряженный, слушайте, ошибка, которая могла стоить многим. Мы прорвемся к стадиону. К стадиону прорыв очень простой нынче. Можно сбоку зайти? Можно. О, слушайте. Зенит чемпион. Не, Зенит сегодня не чемпион. Сегодня такое все у нас относительное. Интересно, что на самом стадионе. Поле аномалии большое. Тут у нас кабаны. И кто-то их положил. Значит, тут кто-то может присутствовать. Надо очень аккуратно себя вести, чтобы не нарваться. Там еще собаки, посмотрите, что в приличных количествах. Ну, это пси или псевдо? Там зомби еще. О, ну-ну. Это пси. Да, гранат, конечно, не хватает. Зомби уже стреляют. Пусть стреляют по собакам. По мне попадают. Попадает зомбарь. Мажу сразу аптечку. Главное, чтобы тут еще пси-собака по мозгам, потому что бьет достаточно прилично. Зомби надо положить, потому что будет мешаться. Контролер. Это значит, что это сохранение, как минимум. Тут выход. Ну, я вижу собаку. Одну завалил. Второй накидал компот. Ну, Сахарову принесу много хвостов. Еще зомби идет на меня. Зомби меня еще не видит. Контролера надо найти. Контролер, судя по всему, сидит в здании. Он так просто не выйдет. Патронов вообще нету? Сходил, да, на задание? Сходил за артефактами, поохотился. Зомби придется лутать. На этого наплюем. Найдем контролера. Контролера можно и на нож взять, если не психический. Рычиджис видит меня. Вот он. Нам по голове попасть. Готов. Он ослаблен был, его кто-то пробил. А у меня бронебойный патрон. И зомби еще стреляет. И зомби попадет.
Что по калашу? У калашу есть ПСУ, только укороченная. Этого хватит, чтобы победить, правда? Зомби, слушайте, решительный у нас. Встал и должен отдохнуть. Да я спал специально перед этим рейдом. Что, пока я затусовался, значит, усталость повысилась, уровень усталости. Выхожу на поле. На поле брани с калашом наперевес. Больше мутантов не вижу. Ну все, аномалии все наши. Даже псевдогиганта нету. Авангард, а? Каково? Хвосты забираю, псевдопса. Тут у нас куча аномалий. Тут, по-моему, вообще все подряд. Вот и патроны нужные мне, кстати. Две гранаты. И аптечка. Аптечки придется брать. Надо сначала все осмотреть. Я никого не вижу. Собак лутаю. Нам патроны надо как-то отбивать. Собаки лутаны. Ну что, давайте искать. Ну, пока не было выброса, то смысла нету тут искать. Радиация и сильный удар, конечно. Вешаю еще вот так. Вагончики что-то может быть определенно. Ничего нету, просто радиационное поле. Да, но такое ощущение, что надо идти на восточную Припять спать и ждать выброса. Потому что тут нет артефактов. К вертолету. Ну, авангард давай сходим. Тут еще зомбя залутаю. Вова мастер, действительно. Пистолет дай-ка на всякий случай. И аптечку. Нет артефакта вообще. Надо поглубже залазить, может быть, чтобы найти что-то, а? Я попытаюсь. Вот такие гравитационные. Не, я так чувствую, нам надо валить в Восточную Припять. Тут есть место сна? Есть. 26-й мій номер в готелі, зона знов пропустити повинна, да? Не хочу я в готель. Давайте десь на Восточную Припять, здесь место сна, там более безопасно. О. Потому что в окружении монолитовцев спать себе дороже. Можно еще вот тут сбоку зайти, кстати, можно. Тут вроде бы огненный должен быть проход. Еще тут чекну. Не, ничего нету. Вот тут уже карусели точно. Они тебя поднимут и просто разорвут. Надо ждать выброса. Не иначе, надо ждать выброса. Калашников заряжаю. Эфир не забиваем. Ваши подвиги по убийству левых мужиков. А тут уже не левые вышли. Это монолитовский патруль. Это патроны. Засекли меня. Одного снял. Не засекли еще. Слепцы, получайте. Вот этого будет тяжело уработать, потому что... Да не, нормально уработал их. Монолитовский патруль. Вопрос в том, трое их только тут было или побольше. А стратегия неплохая. Быстро влететь и... Оставить трупы, и они идут их обыскивать. Хлеба давай перекусить, потому что спать мне придется. Водки надо. Ох, тут патронов, посмотрите. Драгунов. Давай берем только те, которые мне понадобятся. Это вот эти. Нашивку твою. И третий монолитовец. И драгунов был в неплохом состоянии, весьма себе хорошо. Очень хорошо. Я бы даже сказал. Это разрядим пока что. Это разрядим, выбросим. Пистолет есть. Заряжу бронебойные. Это вообще на крайний случай будет пистолет. Ну, из драгунова можно будет пострелять. Пока лута нету, то можно 10-4 отстрелять его и быть таковым, собственно. Все, выходим. Что тут, они выслали трех человек только, да? Слепцы. Видите, бронебойные пули даже из калаша берут монолитовцев. То есть, если грейженный ствол, то можно нормально себя чувствовать. Патронов надо было побольше взять. Переход где? Вот здесь прямо. Отлично, сейчас затусим в Припяти. Я устал, я не могу столько тащить. Как не могу? Могу. Снимаю это, снимаю и
Переносимого веса побольше. Кстати, могу еще зачинить этот драгунов, но это надо делать уже, когда буду в безопасности. Гастроном. Мне кока-колы и сарделек. Переход, кстати, около гастронома. Возможно, даже в гастрономе в самом переход. Так я его найти не могу. А может, вот это он? Так подсвечивается. Нет, это не он. Не знаю, где переход, но буду искать за кадром. Мы прибыли в Припять. Вот здесь переход. Нет, не здесь. Посмотрите. Где ж переход? На окраины. В том переулке, значит. За кадром поищу, найду, и мы уже на окраинах увидимся. Выброс остыл, в небесах пробудив пожар. Я горилки влупил, и сквозь Припять несу хабар. А за мною след в след монолита, безвольный сын. И красный рассвет на гранитных плитах застыл. Перешел я прямо в выброс, очень круто. Стих потом докреплю, оригинальный полностью. Стих это мой, кстати. О, погибло тут, посмотрите, Мамаев, Каладзе, Натюк на кордоне. В Лиманске погибли, капец. Как на мне отразилось? На 12-е место меня кто-то посунул, кто посмел. Капитан Волончук, Довгалюк и Еженко. Военные мастера. Ну-ну. Аномалия, я, по-моему, встряну сейчас. Что фризит сильно. Ну, сейв сделаем контрольный. Как только сохранился, крашнуло. Причем по нехватке памяти. Поздравьте меня, это первый краш за игру. Вообще. Так что Call of Chernobyl очень стабильный. Если не навешивать очень много модификаций на него, левых таких. И аномалия просто передислоцируется. Да, действительно, все в аномальном поле чуть-чуть подфриживает. Однако мы лезем в цель нашего визита впереди. Это у нас вулкан. И зона просто шутит шутки с нами. Ничего нету после выброса даже, да? Дождь пошел, но он не может затушить огонь в ее глазах. Я в эпицентре аномалии. Давай, круг почета делаем. Аккуратно только. Не, нету артефактов. Кометы себе летают. Такое. Что тогда прикажешь мне делать? Да затусить в Припяти, наверное. Что у нас тут? Универмаг есть. КБУ юбилейный. Аномалия лоза. Универмаг можно чекнуть. Аномалию лозу можно чекнуть. Легкий сейф еще. Чехлюкалаш побежали. Подфриживает действительно. Темно так стало, мрачно. Мрачняк полнейший. Ну-ну. Что же в этих дворах таится тут? Что-то серьезное? Мы отступим, пожалуй. Что-то нехорошее в этом доме происходит. Аномалий просто куча. Миша! По голове бьет. Слушайте, это собака, наверное. Это контролер, судя по всему. Но у меня есть защита, но я не хочу лезть в такую аномалию. Нам бы туда залезть. Вот и контролер. Меня не видит. Интересно, он погибает в аномалиях? Он меня сквозь аномалию даже не видит. А я сквозь аномалию не попадаю. Сейчас надо ему дать из такой вот пушки. Готов. Аж перекособачило его. Мерзкая собака, ты не помешаешь нашим изваяниям. Посмотрите. Оп. Погоду испортила мне. Потому что пришлось сохраниться, загрузиться, чтобы оно не крашило, и игруху теперь окном хватать. О. Не окном, вернее, а экраном. Посмотрим. Так. Контролера лутанул? Что, чем займемся? Не знаю. Не знаю, что-то это Восточная Припять сильно к нам неблагосклонно сильно вылетает. Аномалия лоза впереди. Туда отправимся. Только надо переулочками, наверное. Тут переулочкам не получится. Как-то так пойдем. Не знаю, я хорошо хватанул рамку или нет. Я надеюсь, вообще оно, в принципе, столкач запишет. Захватом экрана, потому что обычно я из игры шутеры пишу. Дом быта юбилейный. О, и тут у нас... Мне показалось, наверное, да, что там кто-то есть. Кто-то есть, действительно, зомби впереди. Ну-ну.
Сейчас мы его стрельнем. Зомби ведет огонь, открыл огонь. Посмотрите, серьезный. Готов. Несерьезный. С Калашниковым бывший свободовец, как Костя Пистон. Патроны сюда. Перезаряжусь, кстати, потому что нужно, наверное, не тратить патрон. Сохранимся аккуратно. Надеюсь, крашей больше не будет сегодня. Вот она, цель нашего визита. Впереди открывается. Все туманом заволокло просто. Оно только атмосферы добавит. Что тут у нас? Тут ничего нету. Аккуратно проходим. Такие дома возвышенные. Опа-па. Фризануло только слегонца. Фризит капитально, это Восточная Припять. Я смотрю, что-то ей нехорошо. Надо быстро делать тут наши дела и отсюда сваливать. О. И надо еще химзащиты какой-то добавить. Это не проблема. Добавить стойкости. Правда, это стойкость к огню. Неплохо упакованный, говорит Серега Сайгак. Артефактов нету. Я химию хорошо держу. Артов нету. Видел, как зомбированный прикончил одиночку на окраинах около КБО юбилейный. Слышишь? Там одиночка был. Но идем за мародерством хотя бы, потому что в аномалиях тут ничего не рождается. Тут я сюда зря полез. О, кристалл придется где-то в другом месте искать. Здоровье народу, богатство Украины. Что вы не говорите? Что ж тогда такую страну развалили, а? Потому что не хотели ее строить, наверное, да? Кабо юбилейный впереди. Посмотрим, кто чикнул одиночку. Зомбированные, наверное. Тут толпа большая после выброса. Оно и не мудрено. Я что-то сильно уставать начал. Энергетик пешов. У меня сомнение, что я найду этого одиночку. Вот там что-то. Там труп чей-то. Неужели нашел того, кого нужно? Что он тут делал, интересно? А, отсюда они стреляют. Это, по-моему, труп... Не, это не одиночка. Это труп нашего парня. Тут кто-то ходит. Еще контролер? Ты что, шутишь? Не мудрено, что будет столько зомбированных. Такое количество контролирующих агентов. Хватит там зиговать. Слышишь? Перезаряжаюсь. КБО в юбилейный можно оббежать по кругу, наверное. Аккуратно. Какие-то отголоски еще радиопередач. Господи. Ну тут надо ПНВ включать и все осматривать. Давай сюда мозги контролера. Мозгов уже хватает, чтобы новый костюм купить. Может, экзоскелет действительно взять? А может, наберусь наглости и возьму экзоскелет у наемников, а? Но сейчас уже в их костюме было бы неплохо. На КБО никого не вижу, но да, определенно там есть зомби, потому что меня обстреливают. Одиночку труп хотелось бы проверить. Ему тяжело тут отыскать. А зомби я не особо хочу стрелять. Но придется, судя по всему. Прошивают они очень знатно. Готов. Труп одиночки не наблюдаю. Где-то он... Может, он залез в само КБО? Труп зомбаря только можно проверить. Оп. Ой, выходит на меня, посмотрите. У меня прицел аж повело. Так, зомби с чейзером. Артём Капитан. Сильно фонит тут. Я не хочу лезть в КБО. Да, да, куча зомби... А, куча зомби там отрисовалась. Ну, давай им отправим подарок прощальный, наверное. Там, по-моему, монолитовец еще. Надо улепетывать. Залепили мне хорошенько. Я устал тут же. Не мудрено так перестреливаться. У меня патронов мало, чтобы с ними воевать. А граната еще есть? Еще есть одна. Ребята, ловите, еще одна есть, не поверите. Через дерево пробиваете, да? Целый отряд зомбей. Сейчас, по-моему, неплохо им навесил. Еще есть одна. Надо только подобивать. Восстал. Целую пачку положил. Этих зомбей. По-моему, монолитовец там еще был.
еще дергается. Ну, на безрыбье и рак рыба. Вавиан пятак. Заберем тогда у тебя базовые какие-то вещи. Кто-то еще идет. О, монолит безвольный сын, слышите, я неплохо в стихе прочитал, потому что они тут присутствуют. Давай заберем самое важное, это патроны дроби, наверное. Лутанем их просто ради денег. Ох, неплохо. Я не увидел, где он. Но отсюда надо сваливать. Этот готов. Меня обходят. Надо их подловить. Не понимаю, где они. Чуть себя не убил. О, монолитовцу, наверное, сейчас залетело хорошо. Да? Двое были разведчики только. Не факт, что двое. Давай две нашивки сразу колобок с тебя. Аккуратно сохраняюсь. Долутываю монолитовцев. Это стажеры. Гранату вернул хотя бы. Еще кто-то стреляет. Монолитовец, судя по всему. Готов. И проповедник продолжает проповедь вещать. Проповедника хочется найти и застрелить. Он больше не посмел тут проповеди вещать. Так надо все выбросить лишнее. С этим стволом пойдем. В этом стволе мало патронов. С калаша заберем слугу монолита. Вот он. А, видите? Залез я в инвентарь. Уже идет монолитовец сюда. Вот он. Меня спалил. Мы тебе подарок отправим. Это этот, который тут вылазил? Не, это новый. Только не ясно, где он вылезет. Слуга монолита. Где делся уже? Вышел обходить, да? Я нашумел. Иди лутай своих братьев. Мы еще хитрее сделаем. Могли бы сделать. Я думаю отступить, а вон он выскочил. Готов. Но я не уверен, что это самый главный, потому что есть проповедник тут, очевидно, присутствует. Самый главный монолитовец. Я хочу перегруппироваться и убедиться, что все окей. Включаю ПНВ. На безопасную дистанцию отхожу и осматриваю здание. И никого не вижу, чтобы кто-то выходил. Вот теперь уже точно безопасно. Он, очевидно, был последний. Хорошо, ребята. Что это разрядить? Это разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Неудачная ходка, придется барыжить патронами. Ну, мозгов контролера зато кучу понабирал. А вот и проповедник, собственно. Не, это тоже разведчик. На проспекте Ленина закрепились супостаты, а? Пляшку горилки давай. Вове Петак. Кто еще был у нас? Жора Туз фартовый. Митька Басурман. Вот это давай. А чейзер возьмем. С дробовика сработать можно будет лихо. Выбросить только этот уже, выбросить. Еще нету. Колбаса. Не слышу, чтобы были монолитовцы еще. Проверим, читает ли молитву. Я вроде заткнулся. Навеки уже, Севка Колобок. Твой проповедник? Хорошо. Лутаю ради денег и КПК, потому что КПК, Илюха Длинный, это бармен купит. Хлеба возьму и таблетки. Юрик Битый был монолитовец. Вот этот был... А, ветеран. Ну вот этот вот читал молитву, очевидно. Вот купил, однако. Не полностью превратился в нелюдя, посмотрите на него. Уже сволочи монолитовские, а? Мы с вами еще встретимся. Все, валим. Все, перегруз капитальный у меня. Несмотря на ночную звезду. Потому что несу слишком много лишнего. Пистолет можно уже разрядить, выбросить. Чтобы от перегруза избавиться. Калаш вернуть на место. Дробовик можно выкинуть. Все, у меня заряжено. Снайперка еще есть, 9 пуль. Куда уходим? Да уходим, наверное, так же, как пришли. Тут есть... Через путепровод еще можно к универмагу сбегать, кстати, проверить, что там есть. Новые артефакты навряд ли тут родились, но чем черт не шутит.
меня нету ничего. Зона просто обдурила нашего сталкера. Сбегаю к универмагу. Только пойду здесь, через этот переулок. Наверное. О, тут аномалия. Много контролеров здесь, на этих локациях. Тут жесткие локации. Сильно шутки шутить нельзя. А кристалл где искать-то? Придется на болото возвращаться и там его искать, потому что и так там его это задание нужно сдавать Холоду. Там можно еще с военными постреляться на болотах. Что тут у нас? Универмаг впереди. Где-то там. Очень нужны опытные сталкеры для рейда на мутантов. Плата соответствующая. Тут пальба еще продолжается какая-то. Я, однако, плохо видеть начинаю. Включаю ПНВшник. И нового ничего такого не наблюдаю. Иду на выстрелы. Я уже около универмага. А, тут наймы тусуются. Наймы стреляют собак. Здорово, будь. Да неохота мне болтать. Иди, неохота болтать. Ну ладно. Вот это командир. Что интересное расскажете? Здорово, брат. Федор Праведный, слышишь? Это такая кликуха, как для монолитовца, честно говоря. На тебе твой ствол любимый за 1300 и ракету. Будешь стрелять, не будешь стрелять. Дашь мне вот так вот и будешь, наверное. Оп, я уже разгружен. Это сколько ценишь? Прилично ценишь. Ладно, братва, увидимся, наверное. Что, рейд? Ну такой себе. Много мозгов контролера я подобрал. 2 мозга и 6 рук. Вот это Сахаров за это заплатит поболее, чем за артефакты. Артефактов 0 просто. Хаваю батон. И из Припяти валю потихоньку. Наймы пусть тут сидят. Можно и их чикнуть, конечно. Залутать их стволы. Но стволы выносить — это такое себе мероприятие. Сильно? Не, заряды перезаряжаются после каждой загрузки. Можно отключать спокойно эту опцию. Эх, такое. Ладно, может, я даже этот кристалл за кадром сделаю для Холода, потому что это такое баснословное задание, по сути, считайте, фриплей. О, мне интересно бы такое, чтобы дали побродить по зоне, что-то сделать. Что, Василий Колбаса, кстати, статистика? 11 место, подвинул одного из военных, да, мытарствами своими. В следующей серии увидимся. Спасибо за внимание, Столкач, Атмосфера. И небольшие краши у нас начались, да? Ну, за счет локации большой. Василий Колбаса.